Это варежки для девочки. Они греют ручки. Это футболка. На ней нарисован рисунок. Это пижама для мальчика. На туловище надевают рубашку, а на ножки – штанишки. Это туфли для мальчика. Они могут быть большие и маленькие. Это кофта. На ней есть пуговицы. Это рубашка с короткими рукавами. Она легкая. Это осенняя куртка для мальчика. Она застегивается на змейку или на пуговицы. Это перчатки для мальчика. В них каждый пальчик одет отдельно. Это блузка. Она сшита из ткани. Это зимние сапоги для девочки. Их надевают на ножки.